Легкие человека впитывают воздух, как губка. В табачном дыме более 4000 ядохимикатов. Больше, чем в выхлопных газах автомобиля. За год в легкие человека, который выкуривает пачку сигарет в день, поступает около 150 миллилитров канцерогенных смол. Курение – причина рака легких, бронхита, эмфиземы. Каждая сигарета опасна. Откажись от курения сегодня. Каждая сигарета опасна. Курение неизбежно поражает все органы – сердце, легкие, рот, зубы, гортань, мозг. Откажись от курения сегодня. Когда вы курите рядом с детьми, вы подвергаете их воздействию тысяч токсических веществ. Сигаретный дым содержит цианид и углекислый газ. Они вызывают серьезные проблемы со здоровьем, приводят к болезненным отитам, бронхиальной астме и воспалению легких. Сигаретный дым – причина низкого веса новорожденных. Он удваивает риск синдрома внезапной смерти младенцев. Курение убивает. Откажись от курения сегодня.